טוב, ערב טוב פרדשה, אנחנו נקרא לסדר פרשת ויקהל ליום שלישי נפתורני, כי רצון שיהיה לימוד ונשמת כל הנתרמים ויכול אמר מרדכי בן תמר, להשחת תמיס רוחת תמיס רוחה שמה חי אסתר בת תמר, רבקה בצרה, טוב, רפואה שמה סימוי ארץ כמו נרוד, ומזכון של תורה נביאים כתובים, אי שתירי משני, אסטרקטת הכתובות שסתאי גלבה. פיית המשנה גם הייתה, המסיא את ביתו סתם, לא יפחות לה מ-50 זוז. צ'לווה כתורי ודאות סבוי דודש זמוש, דורשן ידעת פרידענה 50 זוז. 50 מנט. Папа должен ей дать, да. Не хлеб, а мончена. В нахен пишу, что он нотен на рак, эзер динарим леме, а цегуана, и нотен на бапамака, видите, шмерено. А? 20 тысяч шекелей. Но, нет, бифней его хошу, а мазбира там, да 50 зуз, а пи, ма, да ита бесопе, а? Миша, что 50 зуз, вы ум носим, и нотен баем, а резе, лой, то лае. Сказали 50, не, по-моему, 50, мы говорили, 50 зуз было достаточно пропитания на один год, нет? На один год. Поэтому и также принесу объяснять, что человек, у которого есть 50 монет, он с ними бизнес делает, то он уже из заки не должен деньги брать. Поэтому есть разные объяснения, но должен ей дать 50. Пасак, ляхниса, арума. Если он написано, Мишна говорит так, если он решил ее выдать замуж голый, имеется в виду не голый, а без ничего, без приданого, без денег. Лой, умара, баль, כשאכניסה לביתי אחסנה בכסותי. Муж теперь, жених, который на ней хочет жениться, не должен сказать, когда она ко мне домой придет, потом я ее одену, потом я начну ей вещи покупать, говорит Мишна. Эла мехасе беода бевет авия. Он должен уже начинать покупать вещи, когда она еще находится в доме у своего отца. Вехен, амасиете этума, лой вход ла мехамишим зуз. Говорит дальше Мишна, даже габай цдака, то есть габай цдака, который выдает замуж сироту, тоже должен ей дать приданное 50 монет. Кто это габай цдака? Он сироту? Цдака тот, кто ответственный за цдаку. Не его дочка. Это не его дочка, просто это сирота она, сирота. Но он дает из общей. Должен из общей кассы дать 50 зуз. Даже должен это, Петусев говорит, Шурхан Рух говорит, что должен даже взять деньги в долг, чтобы дать эти ей деньги, да. Им еш баки смефанесинота лифике бода. И если в этой купа цдака есть достаточно денег, то ей дают пропитание, то есть ей дают столько денег, сколько ей положено по ее подсчету. Сейчас мы даже в Гемаре посмотрим, что есть закон, как давать, что для каждого человека в соответствии с его, если богатый человек обеднел, есть правила, по которым нужно ему давать цдаку. И сколько давать? Это пятая мишна. Шестая мишна говорит так. Етома шиисиата има оахеа мидата. Девочка, которая сирота, то есть без папы. И мама, и брат выдали ее замуж, когда она еще была маленькая, до 12 лет. Но с ее согласия. Вехатвула бемеа оба хамишим зуз. Ей написали 100 или 50 монет, и она согласилась, когда была маленькая. Ехола и кшетигдиль леуци миядан. Она, когда вырастет, может сказать, дайте мне эти деньги. Машеру или инатен ла. Исур нехасим, шин дикнухам инатен ла ба, чайна несуа, де эн мехилта, мехила. А, маше и ма? Ее маленькие дадут замуж. Ее маленькие давали замуж, потому что не было, они не могли ее содержать. Поэтому к богатому выдавали замуж, уже так она потом дорога в жизни ей открывалась. Ваш коломы ты не. Да, да. Вот. Теперь, что она говорит? Ехола и Миша так дили от семья дан, Маша Раули Тели на Тела. Теперь, что она может сказать? Она может сказать, что вы слушаете. Папа, если бы был жив, сколько бы он дал, столько вы должны мне дать приданное. Сейчас мы дальше посмотрим. Поэтому говорит Мишна так. Ребюда умер, им еси, это бата решена, и на тен лошня, кедерши на тан решена. Если папа пока был живой, выдал первую дочь замуж, сколько он ей дал? 200, 300, 500 монет? Столько же дается и этой девочке. Что, мама должна быть? Мама не работает. Ну, есть у него, есть. А. Поэтому есть, он оставил деньги. Есть. Поэтому они не могут ей сказать, поэтому, как мы сказали, она берет, сколько бы папа ей дал. Абдер Рубиуда говорит, как мы знаем, сколько бы папа ей дал, откуда мы знаем? Если у него была дочка, которую он выдал замуж при жизни, сколько он ей дал, и этой второй дается столько же. Дальше, говорит Мишна. Кедри Натан Ришона.
Примерно это должно быть, как мы сказали, там, то, что мы сказали в первый раз, должны ей дать, сколько ей приобретать, это десятая часть наследства, десятая часть имущества ее отца. Ей давалось. Здесь Раби Иуда говорит, дается столько же, сколько же было бы у старшей сестры, то неважно, больше, чем 10% или меньше. Даже если это будет меньше, чем 10% от его имущества, как сколько дали старшей сестре, так же и ей. Если не дали, значит минимум это 10% да. имущества. А если сказали, он замуж еще дочку не выдавал, то, как мы сказали, или дают ей десятую часть имущества, или смотрят, сколько бы он дал. וחכמים אומרים פעמים שאדם עני ועשיר או עשיר ועני. Это говорит Раби Иуда. Мудрецы же говорят, нет, иногда человек бывает, который они вехеишир, бедный, но он победнел, бедный, но он разбогател, или богатый, но он обеднел. Но на самом деле это не так. А что имеется в виду? Как у нас говорили, он камбагал, но бойфель. Камбагал и бойфель. Он сам, ничего нет у него, но он думает, он мультимиллионер. Или наоборот, есть, который есть деньги, но такой жадина. Поэтому говорит... Ведет себя, не обязательно, что он уже стал такой, да? Поэтому говорит, поэтому мы не можем его судить, потом, как он дал первой дочери, хахамин говорят. Эля шамин этан хасин. Венутнинла. Поэтому что берут? Смотрят человек, который оценивает его. Человек в его положении. Сколько бы он дал своей дочери, столько же дают и этой дочери, которая осталась уже без отца. Увен макеринуто нотелет иссур нехасим. Ум фарич бхагавана адавка им. Ло нис укахад. Авар им нис укахад. Баришона локахад. Эхад мэсэм. Бачиня. Эхад мэсэм мимаше нишар. Вехен ала. Вехолкот кол хабанот бенеем бешабе. То он говорит здесь так, как мы сказали, папа оставил десятую часть, здесь непонятное объяснение, но он говорит так, у него пять дочерей, так как первая получит, берет 10% от имущества, вторая от того, что осталось, уже там на 10% меньше, третья от того, что осталось и так дальше, но потом говорит, что они потом это разделяют все поровну, так объясняет Мишнат Элиэзер, но как бы там ни было, здесь хахамим говорят, человек должен выдать свою дочь, а замуж с приданым достойно. Седьмая мишна. То есть дочка тоже дорогая, не только сын. Да. Значит, сын мальчика сына дает приданное тоже? Они тоже дают. А он в ктубе пишет, что он должен ей даст. Халим что-то мальчик. Не. Как только ребенок рождался, уже дочки оставляли, это ей джези, это мы ей дадим. Это... Да, хорошие вещи, редко, там же ничего не было в союзе, все было дефицит. Какая-то хорошая вещь оставляли, это на свадьбу. И 20 лет она там его ждала. То седьмая мишна. Хаммашлиш маот лебито. והיא אומרת, נאמן בעלי עליי, עשה השליש מה שהושלש בידו. Теперь говорит Мишна так. Папа оставил деньги для своей дочери попечителю. Да, кто-то... Attorney, trust attorney? Да. Okay. Да. Или сказал, что когда она женится, вот эти деньги ей. И папа скончался. Да, он сказал, оставил деньги, сказал, когда она замуж выйдет, вернее, эти деньги будут для нее. Она бьюмерит, нейман бали алай. Она говорит этому, как ты говоришь, attorney, говорит этому попечителю, я своему жениху, я своему мужу доверяю. Дай мне мои деньги. Да, или он деньги оставил попечителю, чтобы этот попечитель купил на эти деньги землю, поле для нее. Она говорит, дай мне деньги. То Танакама говорит так, я асе ашалич маши ушлаш беяду. Танакама говорит, ему дали деньги, папа для чего деньги дал? Чтобы он ей поле купил? Да. Пусть купит ей поле, не дает ей деньги. Почему? Объясняет здесь хахамим, что мицва исполнить слова умершего. Умерший дал ему деньги, сказал, купи для моей дочери поле. То ли поле приносит доход, мицва. Диврей Раби Мейр, это Раби Мейр. И поэтому Раби Мейр считает, что, объясняет Тосфот, Раби Мейр считает, что она не имеет права продать это поле, пока она не выйдет замуж.
רבי יוסי אומר, וכי אינה אלא שדה. והיא רוצה למוכרה. הרי היא מכורה מעכשיו, במה דברים אמורים? בגדולה, אבל בקטנה אין מעשה, קטנה כלום. טוב, זה בוא נצרס נעבי סנני, הוא אומר תק, רבי יוסי גברי תק. מי סלושים יו, מי יהיה דבריים, פצ'ימו. Если бы мы ей купили поле, и она хотела бы его продать, она могла бы его продать. И эти деньги передали ее жениху. И поэтому, говорит, спор между Раби Мейром, объясняет здесь так. Спор между Раби Мейром, Бамедворим, сказали, Бамедворим, Амурим, Бигдола, Аваль Бигтана, Эн Маасек, Тана, Клу. В чем у них спор? Раби Мейр и Раби Йоси. Раби Мейр говорит, надо слушать папу. Раби Йоси говорит, мы слушаем ее. Папа слушали, купили, потом кто-нибудь продаст. Это когда она взрослая. Когда он уже, она уже больше 12 лет. Тогда Раби Мейр будет согласен с Раби Йоси, что мы слушаем ее. Но если она маленькая, тогда Раби Йоси согласится с Раби Мейром, что мы слушаем ее отца. Окей? Потому что она все равно, как маленькая девочка, она все равно еще не решать ничего не может. То в этом мечта на сегодня. Гмара на сегодня очень интересная гмара. Говорит так. Это трактат Ктубот, лист 67, страница 1. Говорит гмара так. Тану рабанан ятом витома, шебау лит парнес. Мы парнесим это ятома, в ахарках мы парнесим это ятом. Пришли девочка-сирота и мальчик-сирота, чтобы им помогли с пропитанием. Кому мы даем пропитание сначала? Девочке или мальчику? Мальчики и девочки пришли для пропитания? Да, попросили, в цдака пришли, в, я знаю, в... Девочки. Сначала девочки. Почему девочки? Потому что ищ дарко лахазор аптахим. Я не ищу дарко лахазор. Потому что мальчик обычно ходит по дверям, просит, чтобы ему помогли. А девочке стыдно. Она не будет ходить и просить деньги, поэтому есть там 100 рублей, $100, то дают девочки. Если есть еще, то дают мальчику тоже. Но в первую дают предпочтение девочке. Дальше говорит Гмара. Ятом витома ше баули насе, масин это ятома, вахрак масин это ятом. Если опять девочка-сирота и мальчик-сирота, нужно их женить, нет у них денег, опять община их женит, сначала выдают замуж девушку, а потом женят мальчика. Мипне ше бошта ше лиша меруба мишельечка. Мы сказали, потому что стыд для девочки больше, чем у мальчика. Тану рабанан етом шеба лиса, сохрин ло байд, умацин ло мита, вехоль кайте шмишо, вахарках масин ло иша. Говорит гмара так, учили мудрецы нас. Сирота, который должен жениться, ему берут квартиру в рент. Дом в рент. Ему покупают кровать. И все, что необходимо для его дома. Мебель, тарелки, вилки, ложки. Ну, что там было? Мебель была там. Стол и стулья. Стол, стулья. Вот. Должны сначала для него все это сделать, а потом его женят. Откуда мы это знаем? Шенеймар написано в книге Деварим. Де махсоро ашер ехсарло. Должны ему дать достаточно для невхатки того, что ему не хватает. Что такое? Говорит Гмара так. Де махсоро зеабай, то, что ему не хватает, это дом, квартира. Ашер ехсарло, то, что ему не хватает, это мита вешулхан. Это кровать и стол. Ло, то, что не хватает ему, зо иша, это жена. Ему должны дать жену. Вехену омер, эсэло, кезер кенегдо. И также Тора говорит, что эсэло, Бог говорит, эсэло, кезер кенегдо. Сделай ему подмогу напротив него. Поэтому... Жена наша, она помощь напротив нас. Так она помощь или напротив? Напротив. А Эзер кенегдо. Она за нас или против? А, рахами. Она за нами. За, конечно. Они говорят, заха Эзер, ло заха негдо. Удостоился муж хорошую жену, она будет ему помощница. Не удостоился, будет против. Я хочу ошпалов, ты будешь сегодня кушать шорбо. А? Все от Бога. Он сам, как он, да? Дальше. Тану рабанан де махсорозо, другое объяснение.
וכן הוא אומר, יעשה לו עזר כנגדו. תנו רבנן, די מחסורו, אתה מצווה עליו לפרנסו, ואתה מצווה עליו לאשרו. כך מסקדל, שתו תורה, גברי, תדורש לו אם הוא דעת דסטשנה דלק, תושתו אם הוא נחוותאי. נעבזנה אבשינה, זלזיו בגעתם. Не, то, что ему надо, необходимо, мы, община должна ему это организовать. Первая необходимость. Первая необходимость. Дайте, дальше. Но сейчас мы посмотрим дальше. Говорит Мара, ашер яхсалу афилусус, лирковала веведла руслефана. Что значит, мы должны ему дать то, что ему не хватает, необходимость. Даже если ему нужно взять коня, чтобы он на нем скакал. Или этот человек был миллионер, ездил на Мерседесе. Община должна взять ему Мерседес. Да. Поэтому говорит, если нужен ему... Гмара говорит, если у него был конь, и был раб, который перед ним бежал, община должна ему это сделать. Почему? Поэзратышем он вернется, чтобы на свой, чтобы он, не дай бог, в депрессию не попал, еще что-то, чтобы не было. Община должна его поддерживать на том уровне, который был у него до того, как он спустился со своего богатства. דאש גד גמרא אמרו עליו על הלל הזקן שלקח לעני בן טובים אחד סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. רסקז פרה הלל הזקן וידאו שאתם מודרץ שיח פקלני אומזל ותק בל עני בל צ'ווה כתורי אבידניאל בן כתורי בל בן טובים עדין איזה וידאו שכתורי לידי פתאום אבידניאל אומזל ימו לושץ אי רבה כתורי ביז'ל פרדנים פעם אחת לא מצא עבד לרוס לפניו, ורס לפניו שלושה מילין. אדנש דו נינשול רבה שתו ביז'ל פרידצים הבדנפשם, בדניק, הבדנפשם בגצ'ו. יון סם, הלל הזקן ביז'ל פרידנים טרי מילי, טרי קילומטר ביז'ל פרידנים. שתו בי פדיג'ה דיו נתום רוני. דאש גלמרה, ההון דעתה לקמא דריבי נחמיה, אמר לבמה אתה סועד. אדנש צ'ק פרישול קרבי נחמי. Чтобы он ему дал парнаса, дал покушать, дал ему деньги. Спросил его Рабби Нехемия, что ты обычно ешь? Он сказал ему, амарле бебасар шамен яйняшан. Я кушаю, говорит, жирное мясо и старое хорошее вино. Говорит, где шашлык ошпалов? Рецон ха шет гальгель ими ба адашим. Он говорит, слушай, ты хочешь со мной будешь кушать адашим, это лентис, фасоль, такие крупы? Шоламош. Шоламош. Гильгель ими ба адашим вамет. Он сказал, окей, что делать? Он поел это с ним и умер. Кто умер тоже? Пожар. Я дурак. Который ош позже кушал, ош порог говорит, где шашлык. Мясо кушал, переваривал. Мясо кушал, переваривал, фасоль поел. אמר לו, אמר, אוי לו לזה שהרגו נחמיה. הוא אומר, אוי תמות של הווקו שאתה נוביל נחמיה. גמר אגד, עד רבה, אוי לו לנחמיה שהרגו לזה מבעילה. גמר, נעלו סקד נעברות, אוי נחמיה כתור הוביל יבו. נדל אם הוא פקושת מאס, כתור הוא פריבי קושת. אלא יהוד אלא יבעילה לפנוקה נפשי כולהי. Говорит Гмара, почему он так сказал? Потому что этому человеку не следовало разбаловывать себя до такой степени, что он мог переваривать только мясо и хорошее вино. А должен был кушать нормальные вещи. Все подойдет. То есть он умер, потому что слишком нежный был. Как мясо же труднее переваривать? То тогда мясо другое было. Не на гормонах. От внутреннего переживания, что он был богат, а остался на это, видел другое. Да. Но потом Гмара говорит, что вот так. Что он слишком себя изнежил, привык только к мясу и вину. Дальше, гуде ата алика медерава, однажды пришел человек пред рава. Амарле бама ата соэд, амарле бетарнеголет петума, веяйн яшан. Теперь однажды человек пришел такой же к рава и говорит, я хочу кушать. Он говорит, что ты кушаешь? Он говорит, я кушаю жирные курицы и хорошее старое вино. Амарле вело хайшит ледохка децибура. Он говорит, а ты не думаешь, что ты слишком утруждаешь общину, что она должна тебе такие деликатесы давать? Знаете, что он сказал? Амарле ату мидидху ка ахильна, мидрахмана ка ахильна. Он говорит, по-ухарски это хорошо звучит. Ма апульшмо хорсодим чи? Община. Апульхудома хорсодим. Что, вы меня кормите, что ли? Говорит, это Бог мне дает пропитание. Он говорит, то, что мне Бог приготовил, то я кушаю. Теперь, говорит, сейчас мы посмотрим, что было дальше.
Детанена, как мы учили, как мы говорим в Таилим, 145 глава, три раза мы говорим, «Айне холе леха есаберу, ве ата нотен лаэмет охлам миито». Как переводится? «Глаза всех обращены к тебе». Кому? Всевышнему. «Ве ата нотен лаэм», и ты даешь им, «эт охлам биито». Их пропитание вовремя, каждому, что ему необходимо. Биитам лонеймар эле биито. Не написано в их время, а биито. Ему каждому, кому необходимо, когда надо. Меламет шелехоле хадве хаднотенло акадош баруху парнасато биито. Отсюда говорит, мы учим, что каждому и каждому человеку. Человек дает его парнасу вовремя. Адахи ата ахате де рава де ла хазиалет ле саршинин. Пока они разговаривали, пришла сестра этого мудреца Рава, которая не видела его уже 13 лет. Bring them back, please, okay? Excuse me? Yeah. Bring them back, please. Okay. When you're done, thank you. 13 лет она не видела. Ва ат ялет тарнеголет петума ве яйн яшан. Что она принесла ему? Это... жирную курочку и хорошее старое вино. Амар майдекама. Поэтому он говорит, что он говорит, о, что так получилось, как это так получилось? Он говорит, я обычно такие курицы и вино не кушаю. Он говорит ему, Джонни Халфеш, я слишком много говорил, давай садись кушай. Видишь, как вы сказали, художник Рицхаши Узотка. Бог дал ему его пропитание. То, хороший человек, не, если он редиска, то это другой вопрос. То, это гмара на сегодня. Поэтому, как мы сказали, Бог каждому дает свое время, что ему необходимо. Зор на сегодня, Парашат Ваекель, Рист. Лист 218, страница 1. Говорит так. Риби Йосиф, так ма'амар, ва'йохал бо аз, ва'ешт, ва'итав либо, ма'ху, ва'итав либо, деварим аль мезоне, ве'укмуха. Написано в Рут. И поел бо аз, и ему стало хорошо на сердце. Спрашивает Зор, что значит ему стало хорошо на сердце? Бо аз. Он говорит, нет, что, он говорит, что там было, что он... Деварих аль мезоне ве укмуа. Он благословил на свою еду, и от этого ему на сердце стало хорошо. Он говорит, шхина называется лев. Что значит на сердце стало хорошо? Шхина также называется сердце. И вот ему уже объясняли, говорит Зоар. Веда гураза деман деварих аль мезоне да отивли либе. И это, говорит, секрет того, что человек, который благословляет на свою еду, у него на сердце хорошо, становится хорошо. Умани хукема дихтиве. Кто говорит, откуда мы знаем, что сердце это как шхина? Написано в Таилиме Давида Мелеха, 27 глава. Леха амар либи, цур левави. Он говорит, леха амар либи, к тебе сказал мое сердце. Цур левави гоме. Увгин, де биркад мезона хавива каме куча берху, кольман де варих ал сава, отив ве хаделя атара хара. Он говорит, и так как благословение очень хавив, желано для Всевышнего, перед Всевышним, каждый человек, который благословляет после того, как он насытился, он делает хорошее и радует Всевышнего, радует Шхину. Почему? Окей, голодный ты благословил, но ты сейчас насытился, ты можешь сказать, я у меня хорошо, как Айсав. Написано, что поел и ушел. Не, Наома. Ваякум ваебеза дабе хора. Он встал и пренебрег первородством. Ушел. Поэтому, как они говорят, он не может потом прийти с претензией к Якову Вину, не мог прийти с претензией к Якову Вину, сказать, Джонни Акеш, ты меня обманул же, я был голодный, я с голоду не умирал, ты бы ничего, ты сказал мне миллион долларов, я бы тебе отдал. Он тогда мог сказать, когда он поел и успокоился, он мог сказать, ты же меня обманул, но написано в Торе, он встал и ушел и пренебрег, и без, он опозорил, унизил первородство, Эсав. Да, еще потом с друзьями пошел смеяться, говорит мне, вот дурачок говорит, не знаю, за что мне дал целый казан еды. То в Дашке, поэтому говорит, Зоар, человек, который благословляет
после того, как он поел, и он уже сыт, и ему все хорошо, ого, насколько он радует Всевышнего. Весимане цуда теде шабата да атара хара итханеме аисав авехайду. И знак для тебя это суда шабат. Что шхина, она наслаждается сытостью и радостью шабата. ואחד יתהנה מהעובר אחד הסבעד, הוא צדיק בועז, ודאי ואיתב ליבו. איזה סטורש גרדי בועז, שתו, שכינה נסלדיל סמסטיס נים, עד תבוא בלגסלווני, כתורום בלגסלוויל פוסט לתבוא ככום בל סיתם. יתה נפיסנה ואיתב ליבו, שתום בלגסלוויל ברכת המזון, יתה אם הוא סטלה פריאטה נסרצה, תוי סטלה פריאטה שכיני. דש גרזור. מי תאמה... Почему говорит Шхина наслаждается от того, когда мы говорим Беркат Амазон, Бегиндим Зона и Укашекаме Куча Береху? Потому что для Всевышнего очень тяжело дать человеку парноса. Почему тяжело? Что трудно для Всевышнего? Мы сказали, две вещи трудны, как раскрытие моря. Это женить человека и дать ему пропитание. Почему? Потому что есть много обвинителей, которые обвиняют человека на небесах. И говорят, что он недостоин получить пропитание. Они препятствуют тому, чтобы Бог дал ему благословение. А где хорошие? А? А где хорошие, раз только много плохих? Почему? Баланс же должен быть. Сейчас посмотрим. Векеван дебер наш ахиль вешатеве каме вареха и бирхата салька видхане минун милин де сава де салькин. Вот ответ на ваш вопрос, мой Мануэ. И так как человек поел и выпил и благословил бирхат Амазон, вот это благословение поднимается наверх. И Шхина наслаждается этим благословением. От тех слов, которые он сказал, насытый желудок. Веиштаках видхане мимзона митата умилела. И тогда получается, что она наслаждается пропитанием и внизу, и наверху. Внизу, сейчас, одну. Человек наслаждается пропитанием внизу, а шхина наверху. И из-за этого все вот эти обвинители уходят в сторону, убираются за благословение Беркат Амазон. Вот если послушать обвинителя, не дать ему кушать, он не скажет Беркат Амазон. Далее попросит Беркат Амазон, это же приятнее. Поэтому Беркат Амазон надо говорить, да, все правильно вы говорите. Но если не, он не сказал Беркат Амазон, то обвинители его закопают, не дай бог, там, своими обвинениями. То даже говорит Зоар, «Веда ему раза дивен хаврая». И это, говорит, секрет между друзьями, Талмиде Хахамим, «Раза бехоле ла митхане хау атар, эла минун милин де салькин ми госав а». Секрет, говорит, что? Что в течение недели, в будние дни, Шхина не наслаждается, кроме как от слов Беркат Амазона. «Вехулгу милин мит атран верава, вераван». Весавин бехайду, и все эти слова поднимаются, или коронуются, можно сказать, они сытые и радостные. Вяу атар итхане минайгу, и то место, Малхут, наслаждается ими. Это царство Всевышнего. В шаббат, что происходит, и ураза хара бимзона мамаш, в шаббат есть совсем другой секрет еды, который у нас есть, что мы кушаем, три заповеди, три трапезы в шаббат. И Шхина вместе с нами наслаждается этими заповедями. Увагу хэндва димзона димитсват шаббат, дешаббат. И в эту радость, судот шаббат, наслаждается Шхина. Увхола иштаках келиль меэла ветата. И все находится в радости. Все вместе находится в одном. И наверху, и верхний, и нижний. Веразада кимимаха хакол умиятха наталах. Секрет из пасук, который говорит, и все из твоих рук, и все от тебя, и из твоих рук, мимеха коль, от тебя все, умиятха натанулах, и из твоих рук мы тебе даем. То есть, как мы говорили с вами про Шат Трума, что написано, Бог говорит, Моше, вейхули терума, скажи евреям, пусть возьмут мне терума. Возьмут, пусть дадут. Бог говорит, все мне принадлежит, и он, и его деньги, и все, что у него есть. Поэтому, от моего пусть мне же возьмут. Поэтому здесь то же самое. С твоего мы тебе же даем, говорит пасук. Веда, бехана уте да вегау хадва димзона, де митцва веш де шаббат, камада укмуа. И это говорит наслаждение человека трапезами шаббата. И радостью, которая у него есть, митцвы трапезы шаббата. Он наслаждается человек, и Шхина наслаждается вместе с ним. Манди марехли куча береху мигосава баэлехавна либе ушавар уте бехедва. Человек, который благословляет Всевышнего, Беркат Амазон говорит, у него должна быть кавана,
И желание благословить этот Беркат Амазон с радостью, а не тапар тапар. Велаешь таках ациев, эла диварех, бехедва бераза да ушаверута. И человек не должен быть грустным, когда он говорит Беркат Амазон, а должен благословлять с радостью. Вот это секрет Беркат Амазона. И с желанием. Деха иху яхив, ашталя ахара бехедва беайна това. Почему? Потому что человек, который благословит с радостью Беркат Амазон, как будто он сейчас благословляет шхину с радостью и с хорошим глазом, то есть сытым глазом от души. Как говорит ты человек, как человек благословляет Беркат Амазон с радостью и с хорошим настроением, так и ему дают с радостью и с хорошим настроением благословение и изобилие. Увгинках ла иштаках ацив клал, элла бехадва увмилин деурайта. Поэтому человек никогда не должен быть грустным, а всегда должен быть радостным и с диврей Тора. Должен изучать, говорить диврей Тора за столом на шаббат. Вишаве либе урутэ леме хав бераха да вераза дицтерих. Там Зохар мехоним, а мы диврей Тора говорим. Ну, что надо еще прочитать? Да, тоже Зор, это Диврей Тора. Только Зор, нашама еще маме фама. Нашама понимает. Но надо, чтобы человек тоже понимал. Но за столом Диврей Тора. Детям рассказывать, жене рассказывать. Диврей Тора, параша. То? Главное, чтобы кто-то рассказывал. Поэтому, говорит, человек должен быть внимательным и с настроением, и с радостью говорить Беркат Амазон. Это секрет Беркат Амазона. Разаха арба ретихин шилитин бе арба ситрин умашриян идзану мяхи берката десава. Что он говорит? Что, какой секрет? Он говорит, есть четыре мерковод, четыре колесницы, скажем, которые управляют четырьмя сторонами. Есть лагеря ангелов, служителей, которые питаются от вот этого Беркат Амазона. Ув инун милин деварух от даварухата идхане вит рабе вит атарбе. И этими словами, когда мы говорим барух ата, наслаждается и увеличивается и коронуется шхина, если можно так сказать. И человек, который благословляет, должен благословлять, как мы сказали, с радостью и айн това. Опять, как сказать, айн това, с хорошим глазом, от души, с наслаждением, с радостью. Дальше говорит Зор. Вальдакатив, про это написано в Мишле у Шломо Амелеха, 22 глава. Това айн ху еворах. Человек, у которого хороший глаз, он будет благословлен. У которого добрый глаз, не злой глаз. Но на самом деле, говорит здесь, Зоар, надо читать не Товай Нихуй Еборах. Тот, у кого хороший добрый глаз, он будет благословлен. А тот, кто у кого хороший добрый глаз, он будет благословлять. От его благословения, как мы сказали, ангелы заряжаются на небесах, ангелы питаются на небесах. Вяхаша пилесефедикра. И теперь он говорит, посмотри, что там в конце написано этого пасука. Дихтив кинатан милахмоладаль. Что он дал от своего хлеба нуждающемуся. Дал это бедняк. Что это значит? Он говорит, что Беркат Амазон дает изобилие шхине, которая называется бедная. Сейчас она вместе с нами в изгнании, эта шхина. У нее ничего нету, кроме того, как она получает от Всевышнего. Потому что если мы так не объясним, говорит, то начало не подходит к концу этого пасука, а конец не подходит к началу этого благословения. И он объясняет здесь так. Что начало этого пасука говорит, человек с хорошим глазом благословляет. Он благословлен. Поэтому человек, у которого есть хороший глаз, и он не завидует своему другу, он будет благословлен, несмотря на то, что он ничего не отдал никому. Усефа месаем ки милахмон натан ладаль. А дальше он говорит, как он от своего хлеба дал нуждающемуся. Имеется в виду, человек с хорошим глазом, он не только благословляет, но он благословляется. Он благословлен.
אלא טוב עין כמה דאוקים נא הוא יברך ודאי בעין הטבה בחדווה כמוסקה על פייתו טוב עין טוב מבוינתה גברי טוב עין חרושי גלס мы уже говорили об этом, он должен, он благословляет добрым и радостным глазом. Поэтому не зря он благословляет с радостью. Потому что от этого благословения, с радостью, которую он дал, он дает, можно сказать, если так, от своего хлеба, от своего пропитания шхине, который называется Даль, бедняк, место, которое она по ним получает пропитание от всех сферот. Атар делет ле мигарме клум, это место, которое от самого себя ничего нету. Атар дидхане миколь ситрин виткалил, миколь ситрин, место, которое получает наслаждение со всех сторон и питается от всех сторон. Милен илен ла итмасару эля ла хакимин де яд ин разини ла ин ве архин де урайта. Эти слова, эти секреты открыты только мудрецам, которые знают секреты, высшие секреты, и которые знают скрытые пути Торы. Тахазе Боаз тавайна хава. Он говорит, идем посмотри. Боаз был человек с хорошим глазом. Веттукфа демитсха ла хава бе ле альма. И наглецом он не был никогда. Наглости у него никогда не было, говорит Зоар. Макетив, что написано про него, боеволичка в бихцеха арема. Откуда мы знаем, что он не был главным, наглым? Он пришел спать где? В конце своего поля. В конце там, где он собирал. Кце арема. В конце. Конец. Где в конце поля? Когда собрали все. Он не пошел, как хозяин этого поля, не лег посередине. Вот я, это все мое. Он в уголке пошел спать, прилег ночью. А его он дома спал? Раза дихтив, он говорит, секрет написан это в Шира Ширим, битнех аремат хитим. Твой живот как горка хитим. Хитим это пшеница. Что это значит? Это сфера мархут. Он говорит, что значит, что он лег в конце своего поля, имеется в виду, когда он лег, когда он вышел из этого мира, и он когда совсем лег, уже спать, и он вышел и соединился со своими праотцами. Мяха олифна кольман дим варек беркат мезуна, китка яун, бехедва беутали делиба, каца лигмеа алма, атар итакна ле го разин илаин. Отсюда мы видим, что человек, который говорит беркат амазон, вот вам секрет беркат амазона, как надо. С радостью и с желанием своего сердца, когда он выходит из этого мира через 120 лет, для него уже место готово. В высших секретах. Бехалин кадишин. В святых палатах. В Малхут. Зака иу барнаш ден натир. Пикуде де море. Беядара задильхом. Он говорит, хвала человеку, который охраняет мицвот своего господина. И знает его секреты. Делет лах пикуда у пикуда беорайта, делат тальян беразин илаин, унгурин визивин илаин. Вот мудрость, у нас правило, рабай, почему надо так делать, почему надо так делать. Вот Зор им отвечает. Нету, говорит, мицвы в Торе, в которой не связаны, или в которой нету огромных высших секретов. Секретов, что нету огромного света и свечения, который выходит из каждой мицвы. Увне наша лояд эвела мажгихин бикараде марехон, а люди не знают и не обращают внимания на почет и уважение своего господина. Закаулакеон де цедикая ину де мечтадле беурайта, хвала говорит праведникам, который занимается Торой. Закаин ину де алмадену алмадате, хвала им. И зхут у них есть и в этом мире, и в будущем мире. Сколько у нас? Один. Как раз у нас остался Мусар и Алаха. Мусар говорит так, Шарек душа, глава 2, врата 4. Хасрара веа каводи каша меот кихи мивиа ле адам ли дега ваши я каша микулан. Срара это сила, власть. Власть и уважение, и почет, который человек хочет, он говорит, это хуже всего для человека, потому что она приводит человека к чему? Гордыне, гава. А гава,
А гава, она хуже всех плохих качеств человека, которые есть. Это худшее качество, которое есть у человека. Гордыня. Валя декен ятил эма ятира ля цибур, шело лешем шамаим, ашир цофо нейкар мина улам, везар оло ясриях ахарав клад. Он говорит, из-за этой гордыни человек начинает слишком сильно пугать людей, общину, держит их в постоянном страхе и делает это не во имя небес. Если он это делает во имя небес, то это можно, но если он держит их в страхе не во имя небес, в конце концов он будет вырван из этого мира, и все его потомство не будет удачным после него. К моше амру работаем за кулами враха, к моше мацину бебировам, эхахам агадоль кенискар лээль, шал яде бакашат асрара нитрад гум везару мина улам хазе. Как сказали это мудрецы, и также сказали, про кого был Яровам, был большим-большим мудрецом. Больше его не было в его поколении. Но из-за того, что он хотел власть, он ушел из этого мира, и его потомство ушло из этого мира. Вен ло хелек лолам ба. И олам ба он не имеет. Яровам, гава, власть хотел, и гава. Мы же говорили, когда Бог сказал, мы будем в Ганеден идти, я, Яровам и Давид. Ему еще раз хотел слушать, кто будет там ходить? Бог сказал, кто впереди будет. Да, он сказал, кто будет первый, кто первый? Он сказал, я, Давид и ты. Не, если Давид будет первый, рядом с Богом, не, с правой стороны он, а я с левой, не стоит. С правой стороны от Бога хотел ходить. А всегда справа. Веша ульбихи рашем кевен шана беморхо, шелотам там хед, вая нехба, аля келим, эля келим, бурях мина срара, весофу нилкат беришта. Говорит, we'll start two more minutes. Говорит про Шауля. Шауль, когда стал царем, он был безгрешный, как годовалый ребенок. Когда ему Шмуэль сказал, что ты будешь царем, он пошел прятался между разными инструментами, которыми пашут, вспахивают землю. Не хотел, чтобы. Но когда он стал царем, и потом захотел, и у него почувствовал вкус власти, в конце концов все он потерял. Амар кабденина негед зикне ами верадав ахарея. Когда он вернулся, вспомните, после войны с Амалеком, и Шмуэль сказал, что его не убил, Бог порвал свое царство, от тебя оторвал, он сказал, идем, пожалуйста, меня уважь перед народом. А, ты хотел уважения? Ты хотел почета? Все он потерял. Он потом мчался за этим, не хотел давать Давиду царство и так далее. Веават, Амруха, Венейра, Гух, Рушет, Банав. И царство он потерял, и его убили, и трех его сыновей. Ведь Кенискар ле Эльби, Мидата, Кина, как мы уже говорили, в качестве кина, зависть. Олам Аба он не потерял. Не потерял. Беамру, потом сказал, Хакин А, Вата, Ваба, кого сказали? Мудрецы в Пирке Авот, Хакин А это зависть. Хакин А это зависть. Таава это желание вожделения. И кавод, и почет. Моциин это Адам мина Олам. Вытаскивает человека из этого мира. Человек из-за этого кавода начинает, не дай Бог, болеть. Да? Это пример. Люди, которые приехали из Советского Союза. Те, которые приспособились, те, которые были там врачи и доценты, и он сюда прилетел, он еще до сих пор считал, что он врач и доцент и профессор, и не мог никак, то все, он сник и никуда не пошел. Человек, который сказал, то там я был таким, здесь так, сейчас ситуация меняется. И пошел так, как надо, где-то стал подрабатывать здесь, подрабатывать там, потом тихо он поднялся. Поэтому, говорит, вот это кина, кавод, зависть, уважение, почет вытаскивают человека из этого мира. ואמרו בתן זמרחם לברכה, זמרחם לברכה, הרבנות מקפחת וקוברת בעליה. Сказали ему, נרצי רבנות, опять это власть, она вытаскивает человека, хорон человека, который во власти. Ким ивиато ларум левого, потому что она приводит его к гордыне. Сердце его возвышается. Аль коно к моще катув. Над Всевышним не дай Бог. Гава у него появляется, как написано в книге Дворим, «Лебельти рум левабо», чтобы у царя сердце не возвысилось. «Леман ярих эми мамлахто». Если царь не будет гордецом, тогда его царство удлинится, увеличится. Это мусар на сегодня. 40 лет он правил. Он правил 40 лет, 52 года он скончался. Кто? А когда в целях воспитания вы говорите детям, что вот так с папой не разговаривает, так с мамой не разговаривает, это в целях воспитания, это не гава. Это не гава. Конечно, должны папу, маму уважать. То и пару алахот на сегодня. Рамам говорит алахот тефила, глава 2. Бимей, Рамам Гамлиэль, рабу.
היו עושים ישראל והאפיקורסים בישראל והיו מצרים לישראל ומסיתים אותם לשוב מאחרי השם ואברהם הרבן גמליאל ובליצ'יליס שווירה הצטופניקי כתורים משל עברייסק מונרודו ואתם מושתות זדללי וכיוון שראה שזו גדולה מכל צרכי בני אדם עמד הוא ודינו והתקין ברכה אחרת שתהיה בה שאלה מפני השם לאבד היוצאים, האפיקורסים, וקבע אותה בתפילה כדי שתהיה ערוכה בפי הכל, נמצאו כל הברכות שבתפילה 19 ברכות. Как мы сказали, сначала было 18 благословений, которые установили мужи великого собрания, Анчей Кнессет Агдола, а во время Рабан Гамлиэля, когда стало много вероотступников и продажных евреев, стукачей, он постановил еще одно 19 благословение, и его записали в Шмунаэсре, чтобы все это благословение знали как надо, чтобы все могли его говорить. И получилось, что у нас благословение сейчас Шмунаэсре 19. Она называется 18 благословений, но там на самом деле 19. Okay. И вторая Алаха Нацвана говорит Рамбам, «Бехоль твила шебехоль йом митпалел адам теша эсре берахот, элу ала седер». В каждой молитве, которую человек молится в течение дня, благословляет 19 благословений по порядку. «Баме дворим умурим, кше маца дато меху венет ульшоно тем махер ликрот». Когда у него голова спокойна, он никуда не торопится, он мог подготовиться правильно к молитве, и идет у него молитва, тогда он все по порядку читает. «Авали моя тарут ведахук». Но у него, если он был чем-то занят, голова была занята, или у него были какие-то проблемы, «Оше кацрал лешоно мит палель», или ну не поворачивается у него язык молиться. יתפלל שלוש שונות וברכה אחת מהן כל האמצעיות ושלוש אחרונות ויצא ידי חובתו. Тогда что он говорит? Говорит первые три благословения и говорит последние три благословения. А посередине говорит одно благословение, в которое включает все остальные себя благословения. То мы дальше будем проходить, да, раньше, ну, сегодня у нас постоянно голова крутится не на месте, но тогда люди могли нормально молиться. Там был закон, если я правильно помню, что человек, который пришел с дороги, он три дня мог не молиться, пока не успокоится, пока не придет в себя. Да. Потому что когда человек молился, он говорил со Всевышним напрямую, он понимал, что все, проблем, он от всего отключался. Поэтому голова должна быть чистой и свободной, мы должны стараться к этому, хотя бы первое благословение, потом как он... А если мы не спим ночью? Мы молимся, потому что мы должны молиться сегодня. У нас так и так голова, как на шарнирах, поэтому мы молимся. Но просто Аллаха говорит, учит нас, что... Голова. Аллаха учит нас, что человек должен постараться освободить голову от проблем во время молитвы. Как должен забыть про все свои проблемы перед наступлением шаббата. Шаббат, все проблемы закончились, все, что он делал, уже как будто свершилось, он должен представить, и больше у него разных мыслей и... утруждений нету, если поэтому, бы если было бы так, то на этом надо работать. Ну, Баруха Дунай Леулам. Аминь. Аминь.